За 7 месяцев этого года на дорогах Ноябрьска зарегистрировано более 1500 ДТП. 69 человек получили травмы, четверо погибли. Помимо того, за превышение скоростного режима наказаны более 16 тысяч автовладельцев. Почти 900 водителей заплатят штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора. 3500 не предоставили преимущества пешеходам, и еще 2500 водителей попались непристегнутыми ремнями безопасности. Более 500 человек управляли своим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Больше 20 употребили перед поездкой наркотики. К тому же 300 водителей подверглись административному аресту.